такой таунхаус с двумя санузлами, в отличие от апартамента. Вот такая гостиная с телевизором. Обеденная зона. Кухня. Вот посудомоечная машина. Микроволновка, холодильник. И вот самое главное, это вот эта вот терраса с искусственным покрытием для удобства. С маленькими детьми, кто отдыхает. Вот отсюда есть выход прямо во двор. Здесь находятся две спальни, стиральная машина, вот одна двухспальная кровать, вид во двор, вместительный шкафчик, зеркало и с двумя кроватями тоже вид во двор и тоже есть шкаф. Все тут тихо, спокойно. И вот второй санузел уже с ванной комнатой. Если внизу там только туалет и раковина, то здесь уже полноценная ванная. Вот. Очень приятный такой комплекс. По новизне такой же, как и Mythical Sense, но здесь немножко другая концепция. Он более такой мягкий, уютный. Вот. Две зоны с бассейнами, теннисный корт, футбольное поле, тренажерный зал, спа. Вот спа за доплату, процедуры разные. Вот, собственно, еврораскладушка тут стоит. Можно вот здесь гостиная поставить, можно в одну из спален. Вот. Так что, в принципе, две еврораскладушки, если надо, еще какие-то детские принадлежности, все предоставим. Так.